Большая Балашиха Лайф. Новости. Общественной палате Большой Балашихи год. В начале прошлого лета палата железнодорожного и Балашихи преобразовались в один рабочий орган. Этому предшествовала большая работа на местах. Этому предшествовало и как раз то законодательство, которое было утверждено Московской областной думой. Но одних законов мало. Важна та практическая работа, которая и реализует данное решение. Общественная палата стала примером того, как гармонично организация прошла через объединение. В нее вошли 90 членов и 90 консультантов-экспертов. Те, кто любит свой город, кто очень хочет, чтобы он был лучшим городом Подмосковья. Я думаю, у нас это обязательно получится. И вы стали вот именно тем инструментом, который позволил понимать друг друга и общество, и власть. За год общественники не только наладили работу органа, но и реализовали множество проектов. О них в своем докладе рассказала председатель палаты Лариса Евтушенко. Сферы, которыми занимаются члены и эксперты общественной организации, разнообразны. Особенно активная работа ведется в сфере ЖКХ. По вопросам ЖКХ за год поступило 187 обращений. Есть много вопросов, связанных с незнанием жителей законодательной базы. Наши члены комиссии оказывают консультации. Палата развивается и строит планы на будущее. Одна из задач на ближайшее время – привлечь активных граждан к участию в премии губернатора «Наше Подмосковье». Прием заявок социальных проектов продолжится до конца июля. Алина Фазылдаева, Александр Спицын, Большая Балашиха Лайф. Большая Балашиха Лайф. Новости.